Всем привет! Купил такие часики, называются Санда 500, с часовыми поясами. Вот тут глобус нарисован. Вот, и тут часовые пояса. Вот, не знаю, вроде Москву поставил здесь, потом выставил время. Время неудобно выставляется, все это, будильник неудобный, еле научился. Вот, сделано как бы, ну, качество такое, скажем, среднее, на четверочку с минусом. Вот здесь видно, как будто как шов из двух частей сделано и сварено. Сатинирование тоже, вот лучше бы они вот эту часть сделали полированную, а сатинирование вот эту верхнюю оставили, было бы намного красивее. А так вот эта вот лицевая часть, вот здесь все стекло, вот натуральное стекло. Все красиво сделано, как бы цифры хорошие. По точности, пока вчера получил, часы не успел замерить. Ну, через недельку примерно посмотрю, будет видно, как идут. Кто-то пишет, у кого-то за день на 3 секунды убегают, а у кого-то на 3,5 секунды за год убегают. То есть разница очень большая. Надо будет смотреть, как что. Браслет этот уже как бы получше поставил. Миланская петля с AliExpress тоже за 200 рублей. Давно покупал, просто нашел в своей помойке. Вот. Ну, дома там разобрал по сусекам, поскреб, помел. Вот, нашел, ну, такой вот, как бы, позолоченный цвет, да, но все равно он, как бы, лучше, чем сейчас вот родной. Вот он, родной браслет от них. Уебищная вообще штамповка, вот, типа того, как на этих были часы Монтана в 80-х, в конце, в 90-х годах. Вот на них такая штамповка была похожа, только там узенькие были звенья. А здесь такая, как бы, она гнется получше, конечно, вот эта штамповка. Но все равно говно браслет вообще. Цепляется такой поганый. Вообще, и вот это неудобно, регулировать неудобно очень. Там нужно, короче, отверткой, чтобы открыть эту штуку, продвинуть. Очень неудобный браслет. И вот здесь узко очень сделан, как бы здесь широко, а здесь узко, очень не смотрится. Этот браслет пошире, как бы получше смотрится. Такие вот часики. Вроде как плавать в них можно. Тут вот на винтах, четырех винтах, задняя крышка закручена. Написано 50М. Водозащита. Ну, такие прикольные часики. Только вот странно, будильник, наверное, секунд 5 работает всего. Сам выключается. Очень тихо. Таймер 10 секунд работает. Когда срабатывает таймер. Вот, научился все выставлять. Ну, такие прикольные, так иногда одеть, купил. Прикольные часики. 1300, я думаю, они стоят. Не больше. Всем пока.